В Одинцовском городском округе стартовал отопительный период. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Андрей Иванов. В связи с похолоданием, которое ожидается в подмосковном регионе, начиная со среды, было принято решение подать тепло раньше срока, не дожидаясь нормативных показателей температур. Также глава муниципалитета поручил принять все необходимые меры по утеплению входных дверей, чердаков, подвалов, тамбуров, дверей лестничных клеток. Кроме того, необходимо постоянно наращивать техническую оснащенность аварийно-диспетчерских служб, совершенствовать их работу по контролю за поддержанием температурных и гидравлических режимов работы систем теплоснабжения.